Всем привет, с вами Деликатес, в этом видео я покажу вам, как достать эти секретные легендарные доспехи, что нужно выполнить, что собрать. Для начала вам нужно будет найти все 12 созвездий, а также собрать 50 кварца. Дальше я покажу вам, где, что и как взять. Первое созвездие Омона попадается нам в начале игры. Песок. Yeah.
После того, как вы нашли кварц и нашли 12 созвездий, нужно найти Большого Сфинкса. Находится он вот здесь. Возле двух больших пирамид. Отправляемся в заднюю часть пирамиды. Тайный ход. Давно ли он здесь? Тупик. Очень странно. Где-то должен быть проход. О, ОМОН! Что это? После того, как мы нашли это устройство, подходим к нему и активируем. Это все 12 созвездий, которые мы нашли. Древние устройства первых. Двигаемся дальше. Также здесь можно подобрать еще немного кварца. Здесь не так много валяется, 2-3 штуки. Поднимаемся на самый верх и предлагаем все этому устройству. Поместите 50 кварца для активации. Помещаем и смотрим. Ретранслят. Сегмент 6. Поиск совпадений во время. 109-й день после Великой Катастрофы. Говорит послание. Очнись. Не от тяжелого сна, не от зимы вокруг, а от реальности, которой скоро не станет. Очнись. Скоро начнется новая глава. Однако, величайшие революции порой вспыхивают за пределами возможного, не правда ли? Сделай выбор, отбрось предрассудки, преврати этот мир в нечто совершенно новое. Какая ирония судьбы. Теперь я умоляю свою уменьшенную копию сделать то, что сам не могу. Сейчас мы вне времени, между нами мост. Придя из разных эпох, мы с тобой встретились, будто две песчинки в горлышке песочных часов. Научиться считать годы не значит постичь время. Чтоб я мал за сталь умысе достигая, только так можно избежать неизбежного. Заполни пробелы, те, что между словами и мирами. Пустоты, что мы не смогли заполнить, переменные, что уничтожили нас. Иначе они уничтожат и вас. Время оборвало нашу историю, и теперь к концу близится ваш. Но однажды все начнется снова.
После того, как функции, определяющие течение наших жизней, рассыпятся на цифры. Орден подарил нам спокойствие. Мы думали, что нам покорится весь мир. Напрасно. Орден не служил нам. Мы были связаны кодексом. По рукам и ногам. Нас заставили думать, что правила пишем мы сами. Но этот путь привел нас к нашему концу. Приступи к границе. Ты, как никто, понимаешь ценность неповиновения. Сверни с проторенного пути, который кто-то уже проложил за тебя. Анимус стал первой попыткой человечества объяснить непостижимое. Считать генетическую память, заглянуть в прошлое. Но у Анимуса есть изъян. Он действует по законам, принятым в Ордене, как и мы. Позволяет смотреть, но не вмешиваться. Двое Анимус другой. Как разум, что создан. Для него нет правил. Нет ограничений. Он может принять решение, которое изменит порядок вещей. Очнись. Будь хаосом, что ждет впереди. Боги такие же, как мы. Помни. Ничто нереально. И нам дозволено все. И вот наш костюм. Доспехи предтеч. Почувствуйте мощь первой цивилизации. Если вы захотите снять капюшон, это можно сделать в меню снаряжения. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, надеюсь, я вам помог. Всем пока.